Ура! Ура! Итак, сейчас мы вам в двух словах немножечко совсем расскажем о том, как пользоваться конференцией. Да, постараемся сделать это как можно быстрее. Давайте начнем. Так. И брюки превращаются. Превращаются брюки. Почему-то не превращаются. О, магия случилась. Два совершенно стандартных совета, один из которых обязательный. Ребята, пожалуйста, всегда при первой возможности надень маску. Не знаешь, чего делать, надень маску. Нас реально проверяют. Мы видели этих ребят. Они совершенно неотличимы от нас с вами. Как их? Кто у нас в «Матрице» бегал? Доктор Смит, да? Вот, да. Вот совершенно такие же, как и мы. Умеют превращаться. Поэтому маски, маски, маски и еще раз маски. Да, и обязательно просим, прям очень сильно, давайте мы будем уважать наших докладчиков, наших ребят, которые приехали на конференцию, участников всех. Давайте выключим звук на телефоне для того, чтобы не отвлекать ни докладчиков, ни участников от классного контента, который мы долго вместе с программным комитетом готовили. Программный комитет Хайлоуда очень большой. Нас 40 человек, я не уверен, что здесь все. Потому что он постоянно обновляется. Недалече, как неделю назад, к нам присоединилось еще 8 человек. Мы обрабатываем примерно 150-200 заявок для того, чтобы выбрать для вас 50, 60, 70 самых-самых-самых лучших. При этом это не, ну, это как бы не левые заявки. То есть каждая заявка, за ней стоит там человеческий труд большой. И поэтому с каждым человеком мы созваниваемся, с каждым докладчиком мы созваниваемся. У каждого докладчика выпытываем, о чем же он хочет сказать. И большое спасибо вот этим вот ребятам, маленькие-маленькие фотографии которых на этом слайде, но очень-очень большой вклад. Большое спасибо, программный комитет. Чуть-чуть фактов. Мы последний раз встречались с вами в Питере в апреле 2019 года. Прошло уже, господи, боже мой, 2,5 года. Да? Правильно я посчитала? Вот. 56 докладов, всего 64 спикера, одна панельная дискуссия и маленький секрет от компании ВКонтакте, о котором мы узнаем чуть-чуть попозже. Программа. В этом году мы подошли немножко по-другому к формированию программы. Обычно она, ну, как бы, как правило, программа Хайлоуда исключительно реактивна. То есть к нам приходят заявки, мы выбираем самое лучшее. В этом году мы решили поменять немножечко историю, и были выбраны, вся предметная область ВКонтакте была разбита на порядка, не знаю, 20 тем. По каждой теме мы провели небольшое исследование, по каждому этому исследованию вычислили те доклады, те докладчиков и те темы, которые мы хотим услышать. Да, то есть мы пошли в первый раз, по большому счету, Хайлоуд пошел проактивно искать именно те узкие темы, которые у нас, которые нам интересны. Посмотрим, что получилось. Вы нам скажете, что получилось. Есть несколько областей, на которые я хотел бы, вот если это теги, да, то есть это облако тегов этой конкретной конференции, не облако секций, а тегов. На что стоит обратить внимание, если бы мне предложили выделить, например, не знаю, 3 штучки, я бы, знаете, что выделил? Я бы выделил, во-первых, прям большой, огромный тренд, связанный с хранилищами, обработкой данных и принятием на основе этих данных решений. Причем мы вот с самого начала, то есть там есть блок про обработку логов, про хранение логов, про работу с логами, потом мы переходим к данным, что с этими данными делать. И у нас даже есть парочка нормальных докладов, я не буду сейчас ни на кого намекать, но нормальных докладов про то, как принимать решения на основе данных. Вот. И это, ну, это такой тренд, мы через какое-то время, там, не знаю, через 5 лет мы все будем принимать решения на основе данных. Вот, собственно говоря, среди нас уже есть докладчики, которые это делают повседневно. И делают это так, как никто еще не делал. И, может быть, не только в России, но и в мире. Это будет интересно. Значит, хранение, обработка данных, принимание на их основе решения. Второй блок, который я бы выделил, рекомендации.
То же самое. Мы за этим стоим неизбежно. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Когда Netflix включаем, Кинопоиск, что угодно. Да? То есть, когда ВКонтакте открываем, каждый раз нам что-то рекомендуют. Контент, фильмы, музыку и так далее, и так далее. Причем рекомендуют это неплохо. С каждым днем, по большому счету, все лучше. Как это можно проверить? А то, что мы отлипаем через час после того, как залипли на первое действие, мы через час только осознаем себя. О, боже, где мы? Значит, они попадают. И у нас будет два доклада от Яндекс.Дзена и Яндекс.Музыки про то, как конкретно работают их рекомендательные системы внутри. Еще один блок тоже в первый раз на хайлоуде, по большому счету, в таком объеме, это железо. Мы копнули вглубь, ищите, в программе есть несколько докладов про то, как работать с железом, про разницу в процессорах, то, как перевести, и что будет, если вы переведете свой, там, не знаю, дата-центр с одного железа на другой, с одного процессора на другой, как на этом экономить, как, ну, то есть на наших объемах, на наших хайлоуд объемах это все довольно значительные цифры. Вот это три акцента, и, ну, там очень много всего. В микросервисах, например, в этот раз про то, как работать с большим количеством микросервисов. Не просто микросервисы, а когда у тебя их, там, не знаю, сотни или тысячи. Атаки, защита от киберугроз, превентивная. А на московский хайлоуд мы уже, кстати, взяли доклад про киберразведку. Тоже очень интересно, что там будет. Короче, мы, как я люблю говорить, программный комитет свою работу сделал. Вот, мы свою работу сделали, теперь дело за вами. Извлечь из этого максимум. Извлекайте, не стесняйтесь, подходите к докладчикам, вынимайте из них душу, они для этого и приехали, они хотят с вами поделиться информацией. Забирайте у них все, что можно. Едем дальше. Давайте немножечко еще организационной информации расскажу. У нас в зоне выдачи раздатки, прямо напротив гардероба, лежат вот такие вот тезисы, как удачно, что они оказались у меня под рукой. В них есть расписание нашего мероприятия. У нас всего планируется 4 зала с докладами, и также в расписании вы можете найти то, что будет происходить сегодня в фойе в нашей зоне выставки. Хочу обратить внимание на наш прекрасный бейдж. Мы каждый божий раз на каждой конференции рассказываем о том, какой у нас классный бейдж. Ребят, для вашего удобства вы его вот так вот разворачиваете, и все расписание у вас прямо перед глазами, и расписание выставки, и схема нашего прекрасного дизайн-дистрикта, где вы сможете все найти, все посмотреть. Вот, пользуйтесь штукой, классно, удобно, и самое главное, что ничего не нужно 30 раз переворачивать. Да, помимо того, что вот в этой книжонке есть расписание выставки и все остальное, здесь есть тезисы докладов. О каждом докладе, который сегодня будет во всех залах озвучен, вы сможете вот по номеру страницы, по номеру перед докладом в расписании, вы сможете найти тезисы, всю информацию о компании, всю информацию о спикере. Вот, соответственно, просто полистайте, посмотрите по номеру страницы. Давайте еще раз о схеме. Доклады 20 и 21 сентября. 4 потока докладов. Видеозаписи докладов будут. Если вдруг в зале закончились места, мы обязательно открываем зону наши дискуссионные зоны на трансляции докладов вне залов. Залов, соответственно, 4. Вот этот зал, как Тевран, расположен вот здесь. Вот туда вот вход маленький, да, через ширму. Это не значит, что там будет происходить что-то специальное, хотя, конечно, что-то специальное там тоже будет. Это правда. Да, у нас на каждый доклад заложено 40-50 минут в зависимости от доклада. Соответственно, после того, как спикер выступил, ответил на вопросы, мы с Богом отправляем его в цифровые кулуары. Это место, в котором встречаются офлайн и онлайн, и происходит такая синергия, наконец-таки появляется тот самый гибрид, вот, где вы можете задать вопросы спикеру, где участники из онлайна могут также задать вопросы в офлайн, все поговорить, пообщаться. Очень здорово, интересно. Обычно это длится примерно 50 минут, как в целом и длина доклада. Онлайн-участники, которые нас сейчас слушают. Ребят, ну вы тоже заплатили за это деньги. Используйте по максимуму. Мы сделали все, чтобы вы могли пообщаться с докладчиком, как будто вы здесь.
вы можете выйти в цифровые кулуары, вас докладчик увидит, услышит, вы его увидите, услышите, вот прям как бы кулуары на два мира. И точно так же задавайте вопросы в залы, не стесняйтесь. Ну, слушайте, ну а зачем еще мы приезжаем на конференцию, кроме как пообщаться с докладчиками? Ну, возможно, еще можно в целом пообщаться с людьми, давайте... И покушать, кстати говоря, да. Что касается обедов, обеды у нас будут проходить в три потока в зоне цех. Если сейчас выходите из зала, вы прямо увидите такие большие колонны, на которых будет написано слово «обеды», вот вам примерно вот туда. Соответственно, все два дня в три потока, с трех до двух, с двух до трех, с трех до четырех, вы сможете спокойно пообедать. И, кстати говоря, там, где у нас зона раздат, Олег, расскажи, что нужно делать для того, чтобы получить какую-нибудь классную штуку. Ну, в первую очередь, конечно, нужно для того, чтобы мы когда учимся, процесс мышления изучен. Об этом, кстати, будет много у нас на стенде Алитеи сегодня, да, по процессу обучения. Процесс обучения изучен для того, чтобы... Ты вот этот звук слышишь? Гул. Гул — это эхо или это... Это ветер. Это ветер гуляет. Да, у нас просто отсюда слышно, как у нас там где-то примерно гуляет ветер из-за высоты здания. Окей. Значит, для того, чтобы тему освоить, мало ее услышать, нужно что-то еще сделать по этой теме. Например, самое важное, вот самый надежный способ — прийти и внедрить. Вот в этом случае ты действительно то, что ты услышал, ты... Поймешь, оно станет твоим, этот чужой опыт станет твоим опытом. Вот. Есть маленькие промежуточные шаги. Например, один из них — зафиксировать все, что ты слышишь, просто-напросто для себя, хотя бы в виде какого-то конспекта. Ты пока фиксируешь, у тебя мозг уже перерабатывает и уже начинает принимать новую информацию. Вот мы вам предлагаем в это в том числе поиграть и даже придумали какие-то там подарки. Ребята придумали. Пишите конспект того, что вы слышите. Публикуете. Ну и получаете финтифлюшку. Какую-то очень интересную, которую можно будет посмотреть как раз-таки на зону выдачи наших раздаточных материалов. Подключайтесь к нашим соцсетям, канал на YouTube, Facebook, ВКонтакте, чатики. Там все новости, если что-то вдруг меняется, мы все публикуем там, все какие-то ключевые события, все там. Да, вся актуальная информация у нас появляется во всех социальных сетях одномоментно, поэтому подписывайтесь. И настал тот момент... Да, это очень важная, большая часть. Спасибо большое компании, потому что вот эта конференция абсолютно точно не смогла бы состояться без наших любимых партнеров. Без нашего генерального партнера компании CFT и большого количества друзей. Друзья, прошу вас на сцену. Приглашаем вас на сцену. Да. Очень-очень быстро, одну минутку на всех скажите нам на что-нибудь приятное. Вот сюда. Да. Итак. Как у нас много людей. Я очень давно не помню, чтобы у нас на сцене собиралось так много людей. Я прям даже не знаю, куда себя деть. Ну, всем привет. Это очень для меня волнующий момент, очень здоровский, приятный. Я очень рад представлять здесь обе любимейших моих команды. Это команда Олега Бунина, да, где я тоже участвую в программных комитетах. Вот. И моя любимая команда CFT, где я работаю уже 11 лет. Вот. Я рад, что наша синергия доросла до уровня генерального партнерства. Вот. Это, ну, большая для меня радость, потому что на самом деле мы... Вот, ну, вот тот ролик, который сегодня был, да, чувствуешь себя причастным к этому. Вообще мне хотелось встать, зааплодировать стоя, как бы, чтобы зал такой поднялся веером, волной. Вот, ну, в общем, хватит лирики, пару слов буквально про компанию. Мы крупнейший финтех-провайдер сервисов в России и странах СНГ. Входим в топ-5 разработчиков России. У нас, насколько я знаю, самый большой стенд сегодня здесь на Хайлоаде, так что мимо вы его не пройдете. Там будет много интересных активностей. В онлайне у нас будет две активности: нейминг машины и телеграм-викторина, так что подключайтесь и те, кто в онлайне участвует. Три докладчика, включая вашего покорного слугу. Я сегодня вечером, так понимаю, закрываю здесь, на этой сцене, первый день конференции. Вот, буду рассказывать про свои боли техдиректорства. Так что приходите, слушайте, мы очень любим общаться, ждем вас на стенде. В общем, вот в таких майках видите нас, ловите. Мы будем рады поделиться с вами своим опытом, услышать вас. Спасибо огромное всем, что вы пришли, потому что на самом деле конференцию делаем не мы, не вы, а они, да?
Всем привет, меня зовут Лера, я развиваю технобренд в Сбере. Присоединяюсь ко всем теплым словам, которые сказаны были Артемом. Расскажу, да, немножко тоже о компании. Все уже, ну, ни для кого не секрет, что Сбер — это больше, чем банк. Это целая экосистема сервисов, которые окружают нас с вами в повседневной жизни. Приходите общаться, приходите узнавать, как мы живем в Питере. Мы также приготовили для вас квиз, где нужно сразиться с кибермонстром. Завтра под финал будем разыгрывать призы, первую десятку награждаем. Вот. И, в общем, конференция — это про общение, поэтому общайтесь, приходите к нам, приходите к моим коллегам, к участникам и берите от этого мероприятия все. До встречи. Коллеги, доброе утро. Даниил Шульгин, компания Deutsche Telekom IT Solutions, руководитель направления разработки. Наверное, вы, многие из вас знают нас под другим брендом T-Systems, но вот уже год, как мы немножко переобулись, сделали нейминг другой, чтобы быть ближе к материнской компании. Ну и теперь мы можем смело отвечать, что да, это тот самый логотип, который на футболках Мюнхенской Баварии. В целом мы делаем софт не только для Deutsche Telekom, но и для крупных заказчиков, автомотив, банки, много чего разного другого, аэропорты. Но в том числе у нас есть и cloud solution, так что как управлять bare metal серверами с помощью Kubernetes, тоже можем с вами пообщаться. Приходите к нам на стенд сегодня и завтра, вы его вряд ли пропустите, он яркого цвета, который называется Magento. Всем хорошего дня, спасибо большое. Привет всем. Меня зовут Таня, я работаю в команде Taranto, самой умной, замечательной, интересной команде с прекрасным продуктом. Мы ждем вас сегодня на наш стенд. У нас есть зарядка для мозга, игрушка про шардинг. У нас есть зарядка для духа, это напиток, который окрыляет. И у нас есть зарядка для ваших гаджетов. Ну, плюс мы расскажем, конечно, зачем нужен Taranto и кому его нужно использовать. Спасибо. Друзья, привет. Я, на самом деле, забытое ощущение стоять на сцене и смотреть на живых людей. Два года я такого уже не помню. Потому что два года я смотрел в черные квадратики в Zoom и думаю, ну класс, у нас конференция, мы тут что-то рассказываем. Поэтому наслаждайтесь, это самое главное. Соответственно, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что три года назад мне кто-то сказал, что почта будет стоять вместе с Контактом, с Сбером на сцене и говорит, что мы тоже умеем в хайлоуд, я бы не поверил. Ну, я бы сказал, ну ладно, почта, ну вы что, изюм у курага, какой хайлоуд, ну расслабьтесь. Но нет, все меняется, почта тоже поняла, что клиенты должны стоять в центре всего, что мы делаем. Через это мы пишем кучу интересного софта. Через это мы, соответственно, имеем там цифровых двойников всего, что происходит. Через это мы имеем 3 миллиона сообщений в секунду, которые надо проживать, иначе вы будете переживать, где ваши посылочки. Поэтому приходите к нам на стенд, мы вам все это расскажем, покажем. Отправим открытку бабушке, обязательно живую, она дойдет картонная. Это прям то, что мы хотим сохранить вот в этом мире цифрового. Чуть-чуть аналогового тепла, поэтому все наслаждайтесь нетворкингом. Всем хорошего дня. Уважаемые коллеги, доброе утро. Меня зовут Андрей Бунин. От лица компании Mail.ru Cloud Solutions рад поприветствовать вас всех здесь. Прежде всего, хотел сказать огромное спасибо организаторам, что дали возможность нам собраться здесь всем вместе, послушать замечательные доклады, обменяться опытом. Это действительно классно в офлайне обсудить, лично встретиться. Ну и, конечно же, будем рады вас видеть на нашем стенде. Мы находимся совсем недалеко, прямо на выходе налево, где мы с радостью поделимся своим опытом с точки зрения облаков. И вы всегда сможете зарядить свои телефоны, зарядиться самостоятельно с помощью энергетика и отдохнуть на наших пуфиках. А также вас сегодня вечером ждут активности, которые будут проходить у нас на сайте. Спасибо. Доброе утро всем. Рада всех приветствовать на этой великолепной конференции Alithya Digital. Меня зовут Верна. Наш стенд находится при выходе из этого зала слева. Добро пожаловать. Мы для вас сегодня приготовили не только вкусные, интересные, любимые такие темы, как токсичность, как с ней взаимодействовать, как поговорить с сотрудником так, чтобы он выполнял свои обязательства, но и новое, такие важные вещи, как распознать скрытый саботаж при трансформационных изменениях внутри компании. Пожалуйста, приходите, будет интересно. Когда вам надоест слушать про хайлоуд в разработке, приходите слушать про хайлоуд среди людей, культуры и команд. Мы здесь для вас, мы ничего не покупаем, мы ничего не продаем, мы никого не нанимаем, и мы здесь все время будем только для вас. Спасибо. Ничего. Не записывается.
традиционно не на одной из наших конференций. Столько все происходит. Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Евгений, я представляю замечательную компанию First Dedic. Рады приветствовать на замечательной профессиональной конференции по разработке высоконагруженных систем, где будут, я так понимаю, оговариваться системы безопасности, аудита, машинного обучения и многому другому. Мы не понаслышке знаем, насколько важны наши вот отраслевые мероприятия. Компания First Dedic на рынке уже более 11 лет. Мы предоставляем в аренду выделенные сервера. То есть это не просто какое-то железо, а решение под различные проекты, там, крохотные, дешевые, до высоконагруженных. Что мы готовы предложить вам сегодня? Если у вас есть энергии, силы и желание окунуться в атмосферу байкерского паба, и душевно пообщаться за стендом о новых технологиях и развитии в мире по серверам, дата-центрам или просто вот душевно, приходите к нам на стенд. Мы находимся на выходе налево. Кто знает или видел, там вот будет Harley Davidson. Это мы специально привезли его с собой, чтобы обозначить нашу, так сказать, территорию, и чтобы вы из конференции увезли не просто хорошие впечатления, позитивные эмоции, крутых там IT-идей, но и также крутые фоточки. Также хочется сказать, что мы подготовили для вас интересную игру. Есть возможность поучаствовать в ней. Это приз мы предоставляем практически Харлей, да. Ну, это пусть из яблочных продуктов. Это MacBook. Вот, ну и куча других призов. Поэтому приходите к нам, у нас есть три условия. Нужно зарегистрироваться на нашу байкерскую игру, выбрать себе банду, далее обменяться стикерами, стрелять по врагам. И наибольшее количество человек, кто там в банде выиграет, получит плюс один шанс, он выиграет этого приза. Ну, в целом так. Ну, хочется отдельно поблагодарить, конечно же, организаторов за то, что они сумели в такое нелегкое время организовать такую крутую, мощнейшую профессиональную конференцию, за что им огромное спасибо. Вот. Все-таки рады, что мы собрались наконец-то офлайн. Людей это очень сдерживает. И приятно видеть живых людей, прям энергичных, креативных, умных. Поэтому всем удачи, наслаждайтесь. Идите только вперед. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Андрей, я из Россельхозбанка. Мы в этом году впервые выступаем в IT-конференциях и очень рады познакомиться с IT-сообществом, рассказать, что у нас тоже есть прикольное IT, про проекты, про технологический стек и вообще про жизнь. У нас на стенде несколько активностей, квизы онлайн, квизы на сцене, там стресс-тесты, ребята додосят сайт. Вот два дня назад 2,5 ярда запросов накидали. Ну и, соответственно, также у нас веселые активности, танцы, VR. В общем, если видите, где нелепые люди размахивают руками и танцуют, это мы, приходите, будет прикольно. Коллеги, спасибо вам большое, спасибо вам что большое. Вы сегодня к нам присоединились. Это очень ценно, очень важно для нас, как для организаторов. Спасибо вам большое. Это еще не все наши партнеры, конечно же, их очень много. Компании, еще компании DoubleGIS, Selectel, ExactPro. Спасибо им большое. И огромному количеству информационных партнеров, наших докладчиков и так далее. В общем, конференция – это огромное большое дело. Да, у нас есть еще кое-что. Да, еще у нас есть кое-что. А теперь немножечко интриги, ребят. Да? То есть мы всегда этого хотели. Мы всегда хотели, чтобы на наших конференциях происходили очень-очень большие события. И вот сегодня как раз такое очень-очень большое событие произойдет. Сегодня, по большому счету, компания ВКонтакте расскажет о том, как она поменяет нашу жизнь до и после. То есть это офигенное внедрение. Я не знаю, догадался кто-то уже или нет, про что ребята будут говорить. Огромный технологический прорыв.
Вот мы про него сегодня услышим. В этом зале начнутся доклады, а расскажет нам про это наш специальный гость. Я к своему стыду не знал, кто это. Но я знала. Меня посмотрела, вся остальная команда на меня так посмотрела, я понял, что я очень-очень-очень, не знаю, давно делаю хайлоуд и уже все-все пропустил. Итак, я приглашаю на сцену Валентина Вилсакома. Спасибо большое. Я из тех людей, блогеров, которых все не любят. Но сегодня мне, во-первых, выпала честь побывать на таком замечательном мероприятии. Спасибо организаторам, что позвали. И анонсировать действительно классную историю от ВКонтакте. Но перед этим, вы знаете, я когда сюда ехал, я подумал, что медиа и высоконагруженные системы на самом деле похожи. Потому что и там нужно всегда немножко быть впереди. Всегда это высокая нагрузка, стресс и так далее. Поэтому мне будет интересно посмотреть. Но я все-таки так или иначе интересуюсь технологиями, пускай и не очень глубоко, но, тем не менее, для общего развития будет полезно. Также я уже заценил зону обеда. Очень мне понравилось. В общем, я найду чем заняться. И отдельное спасибо организаторам за то, что позвали меня на панельную дискуссию про сети и конкуренцию. Я, наверное, буду выступать с позиции именно потребителя, и в моем лице вы можете пообщаться с человеком, который, собственно, пользуется всеми этими сервисами и плодами вашей работы. А сейчас под ваши бурные аплодисменты я хочу позвать на эту сцену технического директора ВКонтакте Александр Тоболь. Встречайте. Я думаю, что все вот этого и ждали, и сейчас он вам расскажет что-то очень-очень интересное. Да, спасибо. Пока Александр готовится, у нас есть буквально одна минута, и мы начинаем. Итак, хайлоуд Санкт-Петербург 2021 открыт.